Друзья, всем привет! Рад снова вас приветствовать на канале Романикс. И в этом видео я хотел бы поделиться с вами своей наиприятнейшей новостью. Я купил Етрак. Вот он! Только что принес курьер прямо в квартиру. Очень удобно, просто супер! Ну, кто в теме, тот понимает, да, какое у меня сейчас состояние, поэтому давайте уже приступим скорее к распаковочке. Ох, самый приятный момент, друзья. Это офигенный момент. Вот она, рыба моей мечты. И не только моей. Так. Вот он, дорогой. И что же мы здесь видим, товарищи вы мои? Так, тут у нас вот такая фигня, книжечка, это, наверное, вот тут лежала и выскочила. Диск установочный на компьютер. Это, наверное, USB кабель, подключать к компьютеру. Отлично. Так, еще бумага. Гарантийный талон. Гарантия 100%. Аппарат можете проверить. Как проверить аппарат, я следующее видео выложу. Где-нибудь здесь ссылочку или ссылочку под видео сделаю. Как проверить любой аппарат фирмы Minilab или MineLab, кто как называет, на подлинность. Вот. Едем дальше. Самая главная деталь в этом автомобиле — Етрак. Вот он. Отлично. Вообще, ручка, конечно же, все видел, кто когда распаковывает. Говорит: ой, какая удобная ручка. Ручка удобная. У меня на Асе точно такая же ручка. Здесь она просто побольше. За счет этого она удобная. Очень удобно здесь еще можно регулировать подлокотник. Вот мне здесь длинноват, я его немножко пониже опущу. Так, ну пока что мы распаковываем. Все рассказывать про него не буду пока что. Так, что у нас дальше? Катушечка. Приходится порвать немножко коробочку. Ничего страшного. Катушка идет с защитой. Кстати, катушечка какая-то маловатенькая. Неужели здесь 11 дюймов? Это комплектация стандарт, друзья. В комплектации Pro здесь еще много чего с ним идет. На катушке есть также номер. Здесь есть номер, по которому можно будет проверить на подлинность аппарата. Что у нас дальше? Ну, давайте вот поближе, что лежит. Это у нас аккумулятор. Вернее, это бокс под батарейки. Сюда вставляется 8 батареечек. Аппарат, конечно, прожорлив, наверное, если на 8 батарейках фурычит. Так, что еще тут у нас? Тут еще что-то лежит. О, конечно же, штанга. Штанга, друзья, модная. Эта часть выполнена из карбона. Легкая, просто я ее не чувствую. Очень легкая. Ну, говорят, он тяжеловат. Но это мы проверим. Сейчас собирать начнем и проверим. Здесь у нас... Так, а это что? А, это у нас для подлокотника. Вот сюда одевать. Чтобы не болтался. Короче, оденем мы его сюда. Все. Давайте собирать. We'll be right back.
Ну что, друзья, на этом у меня все. Спасибо, что разделили это радостное событие со мной. Теперь Романикс канал выходит на новый уровень копа. Будем изучать аппарат, стараться его досконально полностью выучить и подружиться с ним. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Задайтесь целью, и у вас все получится. Пока.